Так, не более позывного Тамара прозвучало. Россия, ребята. МЧС, МЧС. Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей. Как слышно? А вас слышим 5-9, Сергей, это Александр, борт МКС. Российский сегмент. Меня не протестую, слепо на свет иду, иду другой я. Тихой поступил тропой огня, я бы и сам дышал полными легкими, если бы не бежал ногами над звездами. Еле себя держу, жду. Спасибо, ребята, всем привет, что ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня. Ребята, всем привет большой, я сам из Краснодара. Горячий лучший, привет большой, всех обнимаем. Спасибо, ребята, до встречи. Прости меня, вновь не уснул я. Встав на разбег, иду, иду, пока спит земля. Снежной россыпью ниже нуля, я бы и сам не знал о призраках прошлого, если бы не искал что-то хорошее. Так же себя держу, жду. Это Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей. Борт МКС, экипаж МКС, поздравляем. В мире, в котором не бывает тебя, я чувствую дрожь, я чувствую, что ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня. Мы самый невидимый, видимо, сон, о мире, в котором не бывает тебя. Я чувствую дождь, я чувствую, что ты всегда ждешь меня, ты всегда ждешь меня. Ты всегда ждешь меня. Так, не понял, неожиданно Тамара прозвучала. Россия, ребята, это станция МКС, МКС. Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей. Как слышно? Слышим Белоруссию, слышим Белоруссию. Слышим вас, братушки, как вас принимаете. МКС, МКС, Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей, как слышно?